Мурзилка, привет, ребята, всем привет, 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 привет! Я Мурзилка, хотя мне в этом году 97 лет. Но я бодр! Почему? А все потому, что я занимаюсь дзюдо. И я хочу вручить вот такой подарок вашему учителю. Эта книга написана Ильей Цыпурским. Илья Цыпурский – это очень известный спортсмен-самбист, дзюдоист, ученый, писатель, общественный деятель. Ну, скажу так, это мой учитель. Не Мурзилкин, а он. Вот. И я хочу подарить эту книгу, которая называется «Тренер, которому нет равных». Это книга о Евгении Михайловиче Чумакове, известном специалисте в области боевых искусств, конкретно самбо. В этом году Евгению Михайловичу исполнилось бы 100 лет. Человек, который был участником, прошел всю Великую Отечественную войну. В преддверии Дня Победы это тоже очень ценно. Несмотря на то, что он получил ранение на войне, он смог после войны стать еще 2 раза чемпионом Советского Союза по борьбе с самбо. Причем при всем, что у него было ранение, он не мог. У него было травмированное сухожилие на руке, и он не мог сгибать пальцы. Но он придумал и усовершенствовал некоторые приемы дзюдо, точнее самбо, которые он потом использовал. Это книга о нем, а книга о его жизни, о Евгении Михайловиче, о его учениках. Я думаю, что ваш учитель прочитает, а потом расскажет. Я сейчас дарю вам эту книжку. Вот. Я иду здесь рядом с Мурзилкой. Саид. И будем вручать вам. Мурзилка и дзюдо поздравляют вас. И не забывайте, что дзюдо — это часть физической культуры. Ну, а мы все будем с вами культурными. Я вырос с этим журналом. Поздравляю. Поздравляю. И тебя поздравляю. Ты помнишь, как меня зовут? Молодец. И ты помнишь? А вот они, мои дорогие маленькие Мурзилки. Привет. Привет. Вот он, Мурзилка. Мы оставляем вам еще несколько журналов тем ребятам, которые вот занимался здесь малышом Кларкушом, и вы ему взяли. Да, хорошо. И всем спасибо большое. Все, команда. И фотографию общую. Да. Можно общую фотографию всеми. С вами, пожалуйста. Большие встали, маленькие сели. Сергей, представьте, садитесь. Ну, сюда вставайте на красную линию. Вот, все большие, да? А давайте кто-то на коленочку закрыть. Все. На коленочку лучше. Ну, вот здесь. Ну, и с той стороны серединочки нет. Вот, для вас учителя тоже. Давай. Так, Настя, садись. Чуть-чуть двигайся. Садись. Так. Держи нож. Ты с той стороны садись вам ваш. Держи нож. Я вообще сяду. Да, и сходу. Так. Или в середине. Ты сюда, а вы сюда. А ты с той стороны, а я между вами. Вот, да. Вот, 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 все, встали ровно, улыбаемся. Молодец. Спасибо. Так, красиво. И, конечно же, вот этот Мурзилка уходит в ваш клуб как талисманчик маленький. Спасибо огромное. Молодцы. Спасибо. 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 Вам спасибо. Подождите, ребят, что спасибо-то мы? Только встали, мы же забыли от себя подарок. О, вот это да. Дождались. Быстрее, быстрее, быстрее. А мы подарили мы приветствуем
и благодарим гостей Большого Шлема, кстати, не просто так, известные сенсеи, исследователи дзюдо, идеологи дзюдо, айкидо, боевых искусств в Казани, они гости, почетные гости Большого Шлема, и мы благодарим их за такой прекрасный урок. И Казань, столица Татарстана, это вот наше казанское татарское гостеприимство, вам наш чак-чак. Попробуйте. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Благодарю. Так, значит, ура. Кто на финал со мной пойдет? Ладно, остальные, в общем, 11-го встречаемся. 8-го, 9-го, 10-го отдыхаем. Ты был, хорошо? Сегодня вам не поедет, потому что там два черта.